Всем привет! Сегодня мы будем готовить крылышки, но не простые, а как в KFC. С такой же панировкой и такие же вкусные. Буду готовить их впервые, надеюсь, все получится. Из ингредиентов вот что нам нужно. Все здесь представлено. Это сами крылья. У нас есть хлопья овсяные, которые нужны для панировки. Мука. Много масла. Специи. И соевый соус. Для начала сейчас порежем крылья и замаринуем их. Будем отрезать лишнюю часть крыла и также разделять крыло на половинки. Итак, мы уже нарезали наши крылья, и сейчас мы переходим к маринованию. Для маринада нам понадобится соевый соус. Вот так вот смело его заливаем. Но не переборщите, потому что много соевого соуса будет очень соленым все. Поэтому надо знать меру. Также добавляем сушеный чеснок. По граммовкам я точно не скажу, потому что делаю как бы на глаз. Никогда не ошибаюсь. Так. Что еще? Ну, добавим какой-нибудь приправы, которую у вас есть. У меня вот есть приправа для шашлыка. Ее тоже немного добавим, чтобы разнообразить наш вкус. Ну и крылья мы хотим сделать острые, поэтому добавляем красного острого перца. Ну и, соответственно, все тщательно перемешиваем. Ну и пусть постоит примерно около часа. Итак, мы замариновали наши крылья, и сейчас мы переходим к кляру. Для кляра нам понадобится яйца, вот пару яиц, я думаю, вполне будет достаточно. Яйца нужны для того, чтобы наша мука с хлопьями сильнее приставала к крыльям, то есть сильнее прилипала к ним. Яйца надо обязательно взбить до однородной массы. Берем муку, насыпаем в чашку. Добавляем в муку немного красного перца и овсяных хлопьев. Ну и тщательно перемешиваем все. Итак, начинаем клярить наши крылья. Берем крыло, обваливаем его в муке и в хлопьях. Потом макаем в яйцо. И снова. Мы готовим на улице, в казане, на костре. В принципе, так приготовить крылья можно и в доме. Ну а теперь наливаем в наш казан масло. Мы налили примерно 1,5 литра. Но все зависит от размера казана. Чем он больше, тем, соответственно, и масло больше. Очень важно следить за процессом, чтобы наши крылья не подгорели. Обжаривать 5-6 минут вполне достаточно. Ну что, супер красиво, также сочно и хрустяще получились наши крылья. Ну реально прям как в KFC, даже выглядят почти так же. Подписывайтесь на мой канал, всем приятного аппетита и до новых встреч!